Всем привет! Вы на канале Зимы Татьяны. И сегодня мы отправляемся на мексиканскую вечеринку. Будем там тусить, получать призы, а также зайдем в магазин и посмотрим, что же новенького нам предоставили разработчики. Я думаю, будет очень интересно. Я уже немножко заглянула туда. А кто не подписан на канал, подписывайтесь быстрее. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. А также ставьте пальцы вверх. Это будет мотивация для того, чтобы я снимала еще больше новых роликов. Но прежде чем идти на вечеринку, надо обязательно переодеться. Ведь такая яркая вечеринка требует яркого наряда. Ну что ж, наденем красное платьишко и отправимся и посмотрим, что же там готовят. Старая локация, красиво украшена, все светло, красиво. Стоит у нас бот. Для того, чтобы получить призы, надо подойти к боту и выполнить его задание. И первое задание – это потанцевать с ботом красивый зажигальный танец и получить монеты. На монеты вы можете в магазине посмотреть, что вы можете купить. Это будут стикеры, три шляпы и кофточка. Пока я снимала видео, я решила перезайти в локацию, и что оказалось, что бот мне дает второе задание, то есть я могу еще в этот же момент получить еще монеты, кроме 25, и далее нам просят сыграть на музыкальном инструменте. Посмотрим, что-то у нас там свободно, гитара, давай, гитара, сыграем, бам-парам-пам, и получаем мы еще несколько монет, то есть всего у нас будет сейчас 50 монет, больше у нас, к сожалению, получить не удалось. Решила третий раз зайти, но, к сожалению, в этот раз мне сказали «До свидули, дорогая моя, приходите завтра, дам вам задание». Кстати, еще стартовала распродажа космических вещей, но она действует только, по-моему, один день. Так что, кому там не имется, можно зайти в магазинчик и купить по распродаже некоторые вещи. А теперь давайте заглянем в наш магазин и посмотрим, какие же новые вещи нам предоставили авакинские разработчики. Так, в магазине я сразу ставлю, где мои вещи, чтобы я их не путала. Так, первое, что у нас, кофточка. Нет, однозначно не мой стиль, мне она абсолютно не нравится. Так, посмотрим дальше, что у нас. Новая прическа, смотрите-ка. Хвостики, ну да, как вариант. Можно. О, динозавры, ребята, наконец-то нас, девочек, не обделили динозавровским костюмом. И, кстати, их больше по цвету, я уже смотрела. Так, синенький у нас динозаврик. Сейчас посмотрим, что у нас еще тут. О, костюм динозавра. Прикольно, спортивный костюмчик такой. Да, это я куплю. Это мне нравится. Так, дальше давайте. Ой, желтенький динозавр. Тоже красивый. Мужиков-то всего там три каких-то страшненьких. У нас больше. Да, желтенький динозавр. Я чую, на локациях сейчас будут одни динозавры бегать. Динозавры-шарики. Ну вообще, все, красота. Чую, будет все локи заполнены всеми динозаврами всех цветов. Так, дальше что у нас? Топик. Ну, он как-то сливается с кожей. Не знаю, может быть, на другого цвета кожи будет он лучше смотреться. Не особо мне он понравился. Так, что еще? Ногти. Ну, ногтей у меня полно, я бы не стала бы брать их. Так, дальше. Сумочка. Ну, пусть будет. Кстати, ее можно взять бесплатно. Так, еще динозавр розовый. Кстати, у меня розовый динозавр есть мужской. Я в нем гоняла в свое время, когда прямо они только пошли. Так, какие-то тапки я не буду смотреть даже. Там их можно приготовить. Серый динозавр. Не, серый некрасиво. Желтый, вот прям синий топчик. Тапки динозавры тоже надо брать. Я чую, могут их убрать из магазина. Так, юбка. Что за бабушкин стиль? Нет, 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 нет. Все, выкинуть. Я как в модном приговоре. Так, еще один костюм. Так, это что у нас? Тоже динозаврский какой-то. Это что у нас? Я даже не знаю. Какой-то худи. О, боже, это кринжово. А, голова динозавра. Боже, боже. Это кошмар какой-то. Так, платьице. Скромное. Нет, не знаю. Не буду брать, нет, нет, нет. Так, все вроде. А, еще один динозавр. Кстати, один динозавр, можно его сделать. По-моему, вот этого, да, какого-то зелено-серого. Вот этот динозавр можно сделать бесплатно и не тратить. И также эту прическу. Ну, другую прическу я бы выбрала, конечно. Так, еще какой-то костюмчик.
Нет, нет. Ну почему? Почему такие страшные костюмы делают? Ребята, я хочу красивые платьица. Так, что еще? Еще один хвостик. Нет, это мне тоже цвет не нравится. Пошли позы. Ну, как вариант, кстати, можно взять. Вот это прекрасная поза. Так, это так себе. О, это тоже мне нравится. Танцы. Танцы, шманцы у нас уже были. Вот еще одна поза. Еще одна. Так, и пошли уже фоны. Все, больше неинтересно. И дальше пошли какая-то мебель. Так, давайте подведем итоги магазина. Динозавров брать буду, тапки, ну пусть будут, все равно носить я их, наверное, точно не буду. А все остальное просто выбросить. Прическу можно сделать бесплатно, хвостики у нас уже и так есть в магазинах. Так что делайте свои выводы и берегите свои денежки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Всем пока-пока!